Доброе утро, друзья мои. Мы едем, спускаемся к железнодорожному мосту. Вот он с левой стороны. Что-то еще продолжают строить, обустраивать. Вот, с правой стороны у нас остался центральный рынок. Это рыбный павильон. За мостом, за насыпью, у нас Старая Рига. Мы проедем вперед и поедем в сторону Болдераи. Эту велодорожку, не знаю, применить, куда ее можно будет, если не выстроят мост, новый мост. Да, планов громадье, только как все выполнить. Сегодня первый день такой солнечный. Вот она, Старая Рига. Собор Петра виден. Вот эта улица 13 января. С правой стороны там будет торговый центр. Вокзальная площадь, привокзальная площадь. Вокзал. А мы поедем, это уже набережная будет. Вот такой вот сегодня, хоть и выходной день, но трафик все-таки есть. Люди проснулись и едут по делам. Кто куда? Окраина Старой Риги, да. Здесь когда-то на этой набережной был рынок, торговали. Да. А вот на месте каменного этого моста был когда-то самый первый понтонный мост. Потом уже в советское время был дальше немножко понтонный мост, ближе к Кипсала. Вот она, Ратушная площадь, стрелки красные, собор Петра, да. Так, мы все едем по набережной, параллельно Даугаве. Домский собор. Американская церковь, вот, это костел, и здесь замок, резиденция нашего президента. Так, это у нас Вантовый мост, мы будем на него поворачивать, вот, а с правой стороны таможня. Ее несколько лет назад отремонтировали. Такое здание таможни. С часами. Ой, бывший агропром. Когда-то выстроили. Да, совсем не вписывается в архитектуру старого города. Там уже часть это, как он называется, цитадель, где когда-то стояли войска Российской империи. Да, а комендантом был муж Анны Керн, музы Пушкина. Там есть храм православный, в нем сейчас концертный зал АВСО. Да. Кстати, вот этот агропром, высотку выстроили на том месте, где стояло здание комендатуры, где был дом Кернов. Вот так. Мы будем въезжать на мост. Здесь солнышко будет нам мешать. Вот остается замок под мостом. Вот так смотрится цитадель отсюда. И это таможня, что мы проезжали мимо. Вот с правой стороны порт. Никаких паромов не видно. С левой стороны это остров Кипсалу. Мы с вами гуляли по этому острову. И вот с левой стороны Светбанк, солнечный камень. Вот. Впереди офисные здания, два брата. Ну, с правой стороны два здания. Это уже квартиры, дома. Вот
строят. Там, где дом печати был, строят. Вот он, остров Гипсала. Гуляли мы с вами. Едем дальше. Здесь мы уже говорили, здесь кампус. Здесь когда-то все были общежития политеха. Торговый центр Олимпия. Большой торговый центр Олимпия. Сейчас это престижное место Гипсала для жилья. Здесь огромный зал, выставочный зал. Вот эти здания. Мы будем сейчас проедем пролив Зонтас и выйдем на улицу, которая идет вдоль Даугавы.